Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Авто Плюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервискар». Выгодное партнерство – надежный автомобиль. На улице Солнечной камера зафиксировала, как школьник провалился в колодец. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На улице Солнечной у дома номер 31, корпус 3, молодой человек не заметил открытый колодец. По словам автора видео, школьник не полностью провалился в колодец. Во время падения он успел за что-то схватиться и отделался лишь ушибами. На улице Орджоникидзе водитель Нивы пошел на обгон и на повороте въехал в иномарку. На хлебозаводском проезде водитель «Газели» не справился с управлением и съехал с дороги. Судя по видео, водитель не пострадал. По словам очевидцев, вызывать полицию он не стал и уехал с места аварии. На перекрестке улиц Маклина и Карл Липнихта девушка на Hyundai не уступила дорогу владельцу регистратора. Господи, ты можешь, ты мой, а? Я по главной еду, он на улице Павла Корчагина пьяный пешеход весьма опасно пытался остановить автомобиль с регистратором. На улице Щорса молодой человек перебежал дорогу в неположенном месте и прямо перед машиной. На улице Роза Люксембург инструктор автошколы решил самостоятельно отремонтировать дорогу. На улице Преображенской очевидцы наблюдали за бесстрашным и пьяным пешеходом, который гулял по встречной полосе. Мужчина долго ходил по проезжей части в разных направлениях. В итоге один из водителей его вытолкнул с дороги. Его все объезжают. Ему вообще смотри. Ну чё ты? Чё? Ему, да? Смотри, сейчас получит. Зомби. Михаил Вагин, место происшествия.